Ну, игра была тяжелая. Мы выступали по ходу игры. Ребятам поблагодарить ребят за самоотдачу, за второй тайм. Выправили ситуацию, забили два гола, вытерпели. Игра была тяжелая, поле тяжелое, погодные условия. Заработали 3 очка, будем двигаться дальше. Дмитрий Вячеславович, спасибо за комментарий. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. И не забываем представляться. Если вопросов нет, всем спасибо. Спасибо.